Приветствую всех на канале Лора Дэвис. Это намерение. Создавайте программы лояльности по блочной цепочке без каких-либо технических знаний или опыта предшествующей лояльности. Внедрение интероперабельности, интеллекта, атрибуции и реальной ценности для программ лояльности. С помощью пакета управления лояльностью, этонами, бренды, розничные торговцы могут создавать пользовательские программы лояльности в течение нескольких минут без технических знаний или опыта с блочной цепочкой. Платформа Этонами принципиально отличается от других приверженцев блокчейн, поскольку она построена на Stellar. Stellar устраняет технические проблемы, связанные с запуском потребительского DApp, который существует на основе DApp Ethereum. Управление кошельком, транзакционные сборы, время транзакций и ликвидность токена. Как это устроено? Уровень приложения состоит из пакета Loyalty Management Suite плюс приложение Mobile Этонами. Loyalty Management Suite – это то, что бренды, розничные торговцы используют для создания программы лояльности, назначают правила выкупа, то есть 10 токенов за $30 США, приобретают токены TRE через API и отслеживают, анализируют производительность своих программ. Бренды, розничные торговцы могут выбрать запуск своих программ лояльности либо в приложении Mobile Этонами, где клиенты могут приобретать и выкупать продукты питания, товары, используя токены TRE или Fiat. Или бренды, розничные торговцы могут запускать программу, используя свою собственную инфраструктуру. Выбор принадлежит им. Уровень интеграции. Уровень интеграции – это библиотека кода, упрощенная архитектура платформы, так что запросы между нижними уровнями автоматизированы. Основной функцией уровня интеграции является доступ к API с внешними обменами и источниками данных. Поэтому пользователи Loyalty Management Suite, бренды либо розничные продавцы и приложения Mobile Этонами, клиенты, могут без проблем получать, выкупать, перенести токены TRE, таким образом устраняя барьеры для использования платформы Этонами. Уровень обмена. Обменный уровень обеспечивает немедленный доступ к токенам покупки, передачи TRE. Благодаря встроенному интерфейсу API, обменный слой позволяет брендам, розничным торговцам беспрепятственно приобретать токены TRE с использованием Fiat, без трения о создании учетных записей, понимая ценовое воздействие и так далее. Обменный уровень облегчает эти транзакции и предоставляет покупателям TRE лучшие цены при любых заданных объемах. Точно так же клиенты могут продавать свои токены TRE на биржах через доступ API. Уровень протокола. Токен TRE построен на Stellar блокчейн – идеальный выбор для производительности, скорости и отказоустойчивости. Stellar – идеальная блокировка для Этонами, поскольку она дает значительные преимущества, особенно с техническими проблемами построения потребительского DApp. Например, конкуренты, строящие программы лояльности блокчейн, которые используют Ethereum, должны будут платить за минимальное количество газа при создании каждого кошелька для пользователей и брендов, розничных продавцов, чтобы облегчить первоначальную транзакцию со Stellar и его SDEX. Таких капиталовложений не требуется. Другие преимущества Stellar включают чрезвычайно низкие транзакционные издержки, близкие к мгновенным транзакционным временам и ликвидность токена TRE. Данный материал опубликован для ознакомления и понимания сути проекта. Перед принятием решения об инвестировании советую вам более детально изучать техническую документацию проекта. Инвестиции в ICO сопряжены с высокими рисками.